ребята, я, наверное, свое каждое видео буду начинать в бигудях. Сейчас у нас будет мини-get ready with me, точнее, get ready with me. Я вам кратко расскажу, куда мы в итоге собираемся. Мы, короче, с моими двоюродными сестрами и с одним моим братом собираемся в город к нам домой. Ночевать там будем. Там еще нас ждет одна наша сестра. Так что я думаю, что нам скучно там не будет. Мы, короче, будем там гулять, все дела, ходить на аттракционы всякие. И вот. Надеюсь, мы поедем на 4 дня вроде как. И надеюсь, что за эти 4 дня мы нормально нагуляемся. Когда все лето так нагуляемся, чтобы потом не гулять. Ну нет, конечно, мы будем гулять еще, но на ближайшие 3 недели, на 4 недели, чтобы не гулять. Короче, вот, сейчас мы уже собираемся выходить. Точнее, я собираюсь уже выходить потихоньку, скрашусь. И давайте дальше, я буду уже краситься без всяких разговоров. Ребята, короче, я сделала такой более нюдовый макияж. И сейчас я уложу спать своего племянника. И потом я вам сниму, что я буду одевать. Так, что я беру с собой? Это сперва вот такие вот классические штаны. Дальше там футболки, всякие топики, пижамы. Я думаю, это вообще не интересно. Так что не буду снимать. Еще у меня, короче, принесла вот такие вот брюки. Обычные домашние можно, можно на выход. Их тоже положу. Еще я думаю взять с собой веер, потому что, ну, короче, не надо. Не видите, почему я так громко разговариваю, а когда на фоне у меня спит там ребенок, вот, он в наушниках. Просто тетя года, да? Просто он плакал, он, типа, не хотел спать, и я потом его обманула. А, кстати, еще я возьму свою книгу, Агата Кристи. Она зарядку. Сразу две первых Apple Watch и моя зарядка. Кстати, еще я беру с собой сумку одну. Так. Вот эти вот джинсы. И обычную белую базовую футболку. Ребята, сейчас единственное, что засниму. Та-да. Корона. Это у нас челочка. Челка прям отпад. Ребят, вот такой у меня лук. У меня тут сумка одна. Плюс еще там сумка. Кстати, я расчесала, потому что думаю, что так будет лучше. И знаете, он такой более объемный стал. Мне даже такая укладка больше нравится. Мой макияж. Надеюсь, что он просто не протечет, не истечет. Ну, короче, такой вот лук. А я уже буду выходить, так что сниму уже на дороге. Короче, мы идем в магаз. Короче, ребят, мы сейчас хотим напугать нашу старшую сестру. Спрятали нашу обувь и все. Сейчас, короче, мы прячемся. Киля, тормай! Вот так вот, короче. Я вот буду сидеть вот так вот. Надеюсь, она ничего не заметит. Я
Тёпка, усы. Мы собираемся брать самокаты. И вот тот самокат. Вот джет. Мы зашли в Тидот. А? Мы зашли в Тидот и сейчас будем пить Bubble Tea. Доброе утро, ребята. Я приготовила завтрак. Ну, себе, естественно. Все, покажу. Вот такой у меня завтрак получился. Омлетик с сыром. Прям очень классно. И помидоры, огурчики и хлеб с маслом. Приятного аппетита, кто тоже кушает. Ребят, короче, мы садились на этот аттракцион, и шейкер называется, и это ужас, это пипец. Короче, ребят, мы сели после шейкера в ромашку. Шейкер оказался вообще полным экстримом, чем ромашка. В прошлом году, когда мы пошли вот сюда. И, короче, ромашка была прям экстремальная, а сейчас она просто фу. Кстати, еще ночная мифантазия очень красивая. У нас остается один час. Адам, азбука нормально. Азамес, я. Крем жва? Я перешел дорогу, а эти трое стоят. Ужас, тот самый момент, когда ты успела, а твои сестры нет. Тикток аккаунт. На часах 2:43. Мы посмотрели ужастик. Приятного мне аппетита и вам тоже, если вы кушаете.
Get ready with me. Собираемся в киношку Форум с сестрами. А? Я. Форум. Вот такой вот SPF, Sunkiller. Попробуем, давайте. Надеюсь, он подойдет на мою кожу. Знаете, очень похоже на мой SPF почти. На этот у меня от Diabros. Вот такой вот. У него очень удобная упаковка. А сам SPF мне не очень сильно зашел. Еще этот Sunkiller отбеливает мою кожу. Надеюсь, что я сейчас прям белой не стану. Дальше вы это все будете видеть в таймлапсе. Я вам покажу все готовый результат. Теперь переходим к волосам. Короче, ребят, мы на самокатах приехали в Форум. Сейчас мы уже купили билеты на этот, на фильм «Хам кафе». Надеюсь, он будет очень интересный. Хотели вообще на головоломку, но головоломка... Ну, короче, не было мест, только на VIP-зал. Следующий сеанс начинался где-то в 10. И мы решили пойти на комедию «Хам кафе». Я попала в кем тоже со мной. Я уже проблемы вместе, да? Расход чок, палат, курат, голода. Чок? Мен папа и мама, да как они где? Ресторан да голган, ой? Оляр, твой на дос мука сангерген. Я уже за анштер, тиген геле верет, ой? Хазар, ой, тиген геме. Чок? На жирбе, джилдыраган на жирбе курт тұрзанды. Он на егеум, бастарын, жинлер ма? А в екінчіден? Әдеде бізді еркеттерге айтады, да? Так что сен мен қаз әйелдігімді пастам нене қостырдың ол бар өкен? Кім сендер де старшын? Әй? Әй? Сен ба не? Әй? Қатқы старшын қойызын ба не? Сюрприз, қазір көресін. О? Отыр. Ресторан ба? Өзің төлейсің ба? Арман. Что? Дайнсинг, да? Ага. Та-дам! Арман, тас қой, бұл кісі менің мамам. Сандуғаш.
ыңғайсыздау болып қалды ғой. Ребят, мы катаемся на самокатах. Я, короче, успела на светофор, а эти трое, как всегда, не успели. Это просто капец. От самокат от Уш. Короче, ребят, я в магазине купила тук-тукки и бульдак со сыром. Готовлю. Сейчас будем готовить тук-тук. Вот мой бульдак, там готовится тук-тук. Приятного аппетита, кто тоже со мной кушает. Доброе утро, ребята. Сейчас мы с вами будем готовить завтрак. На завтрак у нас будет яичница. Короче, встаем. Все нужны нам вещички. Масло, в принципе, есть. Это не буду добавлять. Так, ну что, давайте готовить. Короче, мне позвонили, кто-то позвонил, не знаю кто, какой-то центр, не знаю. Сейчас будем готовить с вами омлетик. Приятного аппетита, кто тоже со мной кушает.
Короче, вот что я надела. Такую вот новую футболочку. И сейчас мы будем кататься на самокатах. Покойник. Азере? А? Мы купили донер на Абая. Сейчас будем кушать. Кстати, у них вот такой вот соус есть какой-то. Приятного аппетита! Короче, ребят, мы уже покушали донер на Абая. Кстати, очень вкусный. Теперь я хочу сделать обзор, что я купила в золотом яблоке. Вот мои покупочки золотого яблока. Я их купила на сертификат, который мне подарили на мой день рождения. В этом сертификате 5000 тенге. И за эти 5000 тенге я довольно купила много вещей. Ну, достаточно вещей для меня. Теперь давайте начнем. Первое, что я хочу вам показать, это у нас такие вот тканевые маски с драконьим фруктом и с кокосом. Вообще, еще этот драконий фрукт по-другому называют питайя вроде. Да. Омолаживающая маска с экстрактом питайи Little Devil. А это у нас восстанавливающая маска с экстрактом кокоса Little Devil. Бренд у них Little Devil. Надеюсь, что они будут очень хороши для моей кожи. Так, дальше. У меня заканчивается мой консилер. И я купила такой вот консилер от Luxe Visage в 13 оттенке. Beige. Так. Консилер светоотражающий. Давайте его откроем и посмотрим, как оно будет выглядеть. На самом деле, я один тестер попробовала. Вроде он нормальный. Так классно открывать новые вещи. Новую косметику. У него вот такая вот... Ой, собака сутулая. Что-то не фокусирующийся. Чё, блин, вот... Короче, такая вот кисточка довольно хорошая, думаю. Надеюсь, этот консилер мне понравится. Так, тут у нас чуть-чуть отделалось. Надеюсь, оттенок мне подойдет. Дальше от этого же бренда. Так, я купила вот такой вот фиксинг спрей. Спрей для фиксации макияжа. Вот. Вот такой вот. От Luxe Visage. И надеюсь, что он будет очень хорошим. На самом деле, я уже побрызгала его. И у него... он пшикается очень хорошо. Плавно. Не сразу, резко вот так вот. Плавно. И у него очень приятный запах. Это нужная вещь. Особенно летом. Так, дальше. Последняя покупка золотого яблока. Это у нас тушь для ресниц от Evelyn Cosmetics. У меня был вот такой, была вот такая вот, ой, был вот такой вот тушь, но я им попользовалась, когда он уже заканчивался. У него вот такая вот кисточка. Салу. В принципе, кисточка напоминает чем-то туши от Maybelline. У меня вот такая вот тушь. Ну, была, она уже заканчивается, к сожалению. Тушь от Maybelline Sky High. В принципе, если сравнить, то кажется, то, что у них туши, ой, кисточки похожи. Чуть-чуть.
короче, блин. Вот видите? Только у этого туша оно чуть-чуть такое вот сгибается, а тут оно прямое. Мне кажется, что это тушь, точнее, кисточка напоминает кисточки от Кабарет Вивьен Сабо. Ну, все. В принципе, мне понравилась моя покупка. Я хотела вообще купить вот такую вот тушь, совсем такую же, но она стоит... Сколько? 5000? А у меня лимит 5000. Так что вот мои покупки. Кстати, там действуют очень большие скидки. То, что очень прям супер-пупер. Ну, всем спасибо, что посмотрели мой обзор. Пока. Всем привет, ребята. Сегодня уже как ровно день, как мы приехали с того дома. Мы очень хорошо потусили, покушали, погуляли, потратили очень много денег. И надеюсь, что этот влог вам понравится. А если он вам понравился, то, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, а также на мои другие соцсети. Буду благодарна каждому. Но на этом мой влог подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо. Всем пока.